В этом году начинается реконструкция сооружения биологической очистки сточных вод в железнодорожном районе Ульяновска. Стоимость таких манипуляций составит более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Общая же сумма финансирования проекта оздоровления Волги до 2024 года более 5 миллиардов рублей. В ходе модернизации будут применены современные технологии и материалы. Подрядчик уже зашел на объект. Здесь развернут строительный городок, осуществлено подключение цехов, которые будут участвовать в строительных работах. Нами начато уже опорожнение тех емкостей технологических, которые будут реконструироваться. Все работы, которые можно делать зимой, уже начаты. В течение 2 лет реконструируют первичные отстойники, сооружения биологической очистки, демонтируют старое оборудование, а сами емкости подвергнут бетонной обработке. В планах у нас начать демонтажные работы, а после этого приступить к модернизации в соответствии с проектом в первую очередь. Чтобы обеспечить очистку стоков до нормативных показателей, все оборудование будет соответствовать современным требованиям. Узнать больше о технологии очистки сточных вод, начатых работах над проектом и что будет после завершения реконструкции, смогли студенты технического университета. Как студенты мы знаем это в теории, а сегодня, можно сказать, мы узнали это на практике. На мой взгляд, это очень полезно, и мне кажется, нужно проводить больше таких экскурсий, как бы в плане вот всяких строительных компаний, которые могли бы нам все рассказать и показать подробнее. В настоящее время уже подготовлен проект 2-го этапа реконструкции сооружения биологической очистки. К концу 2024 года в области объем неочищенных сточных вод благодаря реализации федерального проекта должен снизиться в 3 раза. Обновленное сооружение биологической очистки в правобережье Ульяновска станут 3-м объектом, который построен в рамках оздоровления Волги. Алина Тихонова, Даниил Сурков, новости УлПравда ТВ.